Здорово, брат! Мы решили устроить челлендж 3 дня в доставке. Раим поставил себе цель заработать 15 тысяч за 3 дня. Посмотрим, как у него это вышло. Не пропусти. В видео мы объявим новый розыгрыш. Ассаламу алейкум, брат! Всем привет! У меня 3 дня челлендж. Посмотрим, поскольку зарабатываем в Яндексе доставки. Я постараюсь за 3 дня 15 тысяч зарабатывать. Ну, как повезет, еще посмотрим с заказами. Сейчас я на коммунарке, тут пробка большая, чуть-чуть подожду, потом начну работать. Я сейчас принял заказ, Липовый парк 1, Гусвилла. Ну что, едем забрать заказ? В принципе, недалеко. Вот я приехал за заказом в Гусвилла, сделаем на место, иду заказ забирать. Просто. Вот в Гусвиллу забрали, 82 рубля платит. Да, ну, конечно, доплатит до минималки. Ну что, едем первый заказ отдавать? Мы первый заказ завершили. Яндекс сейчас нам минималку оплатил. Минималка сейчас 230 рублей. Неплохо. Короткое расстояние было. Километров 2 поездил. Вот, второй заказ полетел сразу же. Принимаем. Очередной вкус вилла, склад опять падал. Минималка у нас получается все равно. Едем за вторым заказом. Короче, я одну принял, сверх еще одну кинул. Хотел два заказа забрать, мультизаказ сделать. Ну, принял. Я подъезжаю. Второй заказ 6 пакетов, тяжелый. Ну, я его пропустил, конечно, чтобы не таскать 6 пакетов. Второй заказ никак не можем отдавать, потому что не берет трубку. Будем звонить в поддержку. Здравствуйте, я вот по текущему заказу, мне звоню, получатель не берет трубку. Давайте, пожалуйста. Хорошо, жду вас. Музыка играет. Поддержка как-то связался, сейчас откроет, сказали калитку. Вот второй заказ отдал, теперь ждем третий заказ. 240 рублей минималку оплатили. У меня в итоге два заказа, 400 рублей получается. Ну что, пацаны, приняли третий заказ, не поверите. Опять вкус вилла на меня кидает. Уже третий заказ подряд, вкус вилла подряд. Второй заказ кидает сверху. Это Ася Ледь. Классно. Ладно, примем мультик, значит. Приехали в Вкусвиллу. Вот так машины стоят. Склад это Вкусвилла. Сейчас заберем заказы. Дороги тут пи***ц. Получили заказ. Принимаем, едем. 13 километров мне вот так кругами показывает. 30 минут почти. Поехали. Оплачивается 171 рубль. А мы постараемся по короткой дороге ехать. Чтобы большой круг не был и быстрее доехать. Постараемся обрезать круг, поищем дорогу. Вот, вместо 30 мы где-то сэкономили 15 минут. У нас получилось где-то 6 километров, половину проехали. Третий заказ завершили из Фокусвилла. 3 Фокусвилла подряд. 183 рубля. Остальные доплатит Яндекс. Если у вас маленькая сумма, это ничего страшного. Яндекс вам доплатит до минималки 240-230 рублей. Ну что, братцы, четвертый заказ мне поступило из Пятерочки. Вот по пути остановился покушать что-нибудь. Есть здесь вот так хлеб с мясом. 150 рублей стоит. Вкусно. Сделали 5 заказов, 1000 рублей подзарабатывали. Ну, сел покушать хлеб с мясом. Перерыв у меня чуть-чуть. Потом покушаем, потом начнем работать. Приятного аппетита мне. Ну что, браты, сегодня у нас розыгрыш 12 часов. 19 тысяч разыгрывается. На первое место 10 тысяч, а по 3 тысячи случайным выбранным. Будем разыгрывать. Посмотрим, кто выиграет. Сейчас будет реакция Раима на итоги конкурса, который мы объявили в прошлом видео. Условия на экране. Так, добрый день всем коллегам, работающим в Топротакси. Я хотел всем пожелать удачи. Кто выиграет, тот молодец. Показательно. 13 тысяч, он проиграл. Я победил. Подожди. Он проиграл. Я победил. Все, вы... Я победил. 88. Он 32 тысячи, у меня 33 тысячи, бля. Подожди, подожди. Вдруг сейчас какая-нибудь... Не, я победил. Раим, верди. У Раима
Раима получилось 33 462 рубля. Вот, он победил. Хотя вроде написал, что он проиграл. Я победил, между заработка. Ура! Ура! Она 838 рублей за хит. Один заказ! Не дожал. Ну вот видишь, тут как получается. Тут действительно... Я победил! Поехали боулинг играть! Всем ассаламу алейкум! Я очень рад, что выиграл. Я думал, проиграл Захиду. Оказывается, победил. Я очень рад сижу. Так, в шоке. Короче, подключайтесь в наш парк про такси. И зарабатывайте, участвуйте в розыгрыше тоже. Напиши в телеграм нашего парка слово «чат», и мы добавим тебя в чат, где мы объявляем розыгрыши, Захид и Раим отвечают на вопросы, и доставщики общаются между собой. Новичкам советы, старайтесь работать. Утром, где пробки, надо было райончики покататься, как я. Я утром на районы покатаюсь, в обед уже пробки не будет. Я вот то время выезжаю в город, чтобы туда и обратно у меня по 1000, по 800 рублей заказ был, и деньги у меня быстрее поднялся. Вечером опять пробка, я опять вернусь на району. Рейтинг держите обязательно высокий. Старайтесь общаться красиво. В основном они оценивают, как вы с ними поздоровались, как с ними пожелаете хорошего дня. За это вы получаете постоянно 5 звездочек. Рейтинг мультизаказа тоже доставляйте, чтобы бонусы забирать быстрее. Вот. Всем удачи. Все мне хорошо. Деньги зачислили. Все хорошо. Спасибо вам тоже. Ну что, мальчики, работайте. У всех есть удача. У всех есть шансы, чтобы выиграть деньги. Алло! Победитель! Такой скромный я не выиграл, а тут-то я не знаю. Там у нас тоже нормальные соперники были. Три пацаны, бля, охуенно зарабатывали тоже. Давай пойдем, Космик, боулинг поиграем хотя бы часик. Сейчас я это отведу, обязательно приеду. Давай тогда мы тоже сейчас заказ отдадим и туда поедем. Я поздравляю еще раз, кто победил по 3000. Самый главный приз я сам лично забрал, оказывается. Я не верил, конечно, но получилось. Это здорово. 10 тысяч я сейчас выиграл через конкурс. Обязательно подключитесь в наш парк про такси доставка. Участвуйте. В конце марта еще будет конкурс у нас. И в YouTube-канале можете подписываться, ставить колокольчики. В нашем парке про такси доставка новый розыгрыш. С 20 по 26 марта все, кто сделали 50 и более заказов в нашем парке за эту неделю, могут выиграть 5 дней без комиссии парка. Будет 5 победителей. Как и в прошлый раз, счастливчик будет определен по номеру поездки случайным образом. Делай как можно больше поездок, и это повысит твой шанс на выигрыш. Регистрируйся в нашем парке и участвуй. Сейчас заказ принял. Азбука вкуса. В прошлом ролике я 3 часа посидел на этом магазине. Это самое проклятое место. Я еще принял, короче, и еду. Думаю, не буду сегодня ждать. Сразу заберу. Через экспресс кину 150 рублей подачей. Спасибо. Вот то место, которое я 23-го застрял на 3,5 часа. Азбука вкуса. Азбука вкуса. Сколько пацанов ты погубила? Сейчас зашел, сразу отдали. Мы дальше заказ забираем, едем. Это экспресс был. 485 рублей. Комиссия большая будет у меня. Ну что, дальше едем. Подъехали перекресток заказ забирать. А что за проклятый день сегодня? Только минималки дают. Из ресторана падал в теремок. Ехать надо чуть-чуть. Оплатили 495. Это на сегодня самая большая оплата у меня получается. Ничего, не будем настраивать. Дальше идем работать. Кто новый подключился, чуть-чуть потерпите. Что заказ дает, того выбираете. Едете, едете, зарабатываете. Подключайтесь. Неплохо будете зарабатывать на Яндексе. Я вроде зарабатываю нормально. Переходи в наш телеграм-канал «Богатый курьер». И YouTube-канале тоже переходи, смотри ролики. Обучение там есть. Можешь комментарии писать, что надо. А вот лучше тебе телеграм-канал зайти. Там все, что тебе нужен, полностью отвечаем. А если подключишь наш парк, у нас парк называется «Про такси доставка». Под видео описание оставим.
специально для вас. Подключайтесь, низкая комиссия, моментальный вывод деньги. Чё, лучше подключаться, не думать ничего. Чисто цель поставить и работать надо Яндексе. Вы один день плохо зарабатывали, не расстраивайтесь. Может, второй день вы хорошо будете зарабатывать. Ну, день 2000-3000, ладно, это плохо, скажем, да? Ну, зато на следующий день будете зарабатывать намного больше. Может, 5000, как заказы будет падать. Вот, у нас был конкурс, я победил. У меня друг Захетбай попросил угостить. Я вот иду, мы пришли вот на торговый центр боулинг поиграть с Захидом. Мы взяли на перерыв, считаем сегодня как выходной, чуть-чуть поработали. Ну чё, ещё есть время, да, вечером ещё поработаем. Салам алейкум. Пашка Патрикович. Подписывайтесь на наш канал «Богатый курьер». Играем в боулинг сегодня. Победили 10 тысяч на конкурсе. У нас перерыв большой был, больше 2 часов. Сейчас опять начнем. Еще где-то 5 заказов сделаем. Потом отключим, домой едем. У меня сейчас заказ был из торгового центра Соляриса, Мурамания. Туда сумкой не пускают, горячую еду дают. Без сумки вынуждены забирать горячую еду. Сейчас время 18 часов вечера уже. Я сделал заказ, где-то вот 9-й заказ забрал. Сделаем сегодня 13 заказов, чтобы на бензин 800 рублей забрали. Остальные, которые мы зарабатываем, чисто остались в кармане. Если Яндексе работаете, один есть плюс. У вас нету начальника, когда хотите отдыхаете, когда хотите вот работаете. Вот я захотел отдыхать, мы отдыхал. Кайфовали, отдыхали, здорово. Сегодня, оказывается, было с часа до 8 по 300 рублей минималка. А мы в это время отдыхали. Классно. Зато кайфовали. 10-й заказ отдал. Теперь ждем 11-й заказ. Еще 3 заказа сделаем, отдыхать будем. Сегодня сделали 13 заказов. Провели прямой эфир. Едем домой. В нашем телеграм-чате Раим и Захид периодически проводят прямые эфиры, где делятся всякими хитростями и отвечают на вопросы подписчиков. Вот, приехали последний заказ отдавать. Идем, сейчас отдадим, завершим. И домой поедем. Ночи красиво ходить так. Отдали последний заказ. Все, сейчас завершим, домой пойдем. Заказ будет оплачен картой. 26 рублей. О! Я не выключил, у меня еще один заказ пролетел. 340 рублей коэффициентом. Бля, красота. Минус 5, я не успел принимать его. Я не успел принимать его, хотел снимать. Фиг с ним, бля. Вот, сегодня я сделал 13 заказов. Сейчас время 21:30. Я заработал чистыми 3959 рублей. Мне хватает почти 4000. Вот у меня 12 заказ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 заказов. Плюс 800 с бонусом. 4734 рубля я заработал за сегодня. Время 8 часов. Мы пока едем, будем заправляться, а дальше пойдем работать. Мы начали заправляться. Как вы? Я схожу, отнесу ее. А, у меня бак полный, 850 рублей. Вчера я заработал 4735. Видите, у меня приоритет 18, активность 95, рейтинг 4.96, статус платина. Ну что, сначала доеду до Москвы, потом начну работать. Мне ехать до Москвы где-то 10 километров. Первый заказ у нас. Вкусная точка получается. 70 рублей коэффициент принимаем. Мы подъезжаем, вкусная точка. Наш первый заказ забирать. Первый заказ забрали, 244 рубля. Ехать 3 километра. Мы уже, как видите, заказ завершили. Вышли из линии, поставили на занят. Здесь за 10 заказов 700 платят.
на Ватутинке. В принципе, неплохо, можно здесь работать даже. Но я хочу по Москве работать, там больше платят. Каждый заказ, коэффициенты есть. Поехали в Москву обратно. Я забрал из МВидео заказ, два мультики. Вот мне что грузили. Я их оттуда на парковку таскал. Это вообще-то огромные заказы. 5 километров на первый заказ. Оплатили 408 рублей. Такие заказы, кому выгодно, кому не выгодно, сами решайте. Сделали 6 заказов, получается 1922 рубля, плюс 250 рублей чаевые за сегодня, пока. Едем за 7-м заказом, у меня еще там плюс 2 мультики есть. Это получается 8 заказов. Вот на Яндекс доставке работаем. Второй день. 8 заказов сделал. 2536 рублей заработал. Сейчас перерыв сделал. Пойду что-нибудь покушаю. Потом опять начну работать. Думаю, до вечера еще где-то 2500 сделаю. Заказика на мана, давай-ка мана. Сегодня я так работаю. Вообще никуда не спешу. Спокойно еду. Расслабленный. Некуда спешить. До вечера у меня много времени еще зарабатывать деньги. Я работаю уже вот сколько лет в Яндекс.Доставке. Я в принципе не жалуюсь. Все говорят так, Яндекс плохо, Яндекс такой. Один раз, два раза вам значит мало платил, значит Яндекс плохо. Если Яндекс нету, что делали бы? Я не знаю, если вот Яндекс не был бы вообще, как могли бы зарабатывать мы такие деньги? Ходили бы грузчиком, где-то в магазине, продавцом. Максимум 50-60 тысяч получали бы, да? В начальниках спрашивать, что сделать, когда выходных. Таких не надо здесь. Свободно. С кем хочешь, общайся, сидишь в машине. Хочешь отдыхать, раз отключил, пошел отдыхал. Хотел работать, включил, пошел работать. Тебе куда-то надо, раз по делам включил, поехал, по пути заказы сделал, пока доехал, да, хотя бы на бензин выходит. Я не знаю, почему все жалуются, Яндекс такой, Яндекс такой. Не надо жаловаться, мы с этим Яндекс доставкой кормим семью. Ну что, братцы, после обеда первый заказ, поехали. Из магазина Лента получили заказ. 358 рублей, ехать мне придется 3 километра. Неплохо после обеда. Я надолго застрял, там был ДТП. Не гоняйте, пацаны, аккуратно ездите, что не попасть в ДТП. Пробка там на час. Вот я уже второй день видео снимаю, как я буду работать и сколько буду зарабатывать. 15 тысяч за 3 дня, каждый день по 5 тысяч, не напрягая. Уже вечер, у меня 11 заказ, еду с 12 заказа. У меня 3 873 рубля уже заработал. Еще один заказ сделаем после этого. У нас еще плюс 800 рублей бонус, будет 5 тысяч. И так мы заканчиваем сегодняшний рабочий день. Подъехали, 12-й заказ отдавать. У нас 3 пакета, тяжелый. Отдали мы 12-й заказ. Напиши в Telegram слово чат, и тебе скинут ссылку в закрытую группу, где я отвечаю на все вопросы водителям. Всем добрый вечер, у меня второй день. Сегодня тоже 14 заказов у меня получило. Я заработал 4833 рубля. У меня плюс 800 рублей. 5 тысяч получается на сегодня. Сегодня в 8 утра начали, в 8 вечера заканчивали. Общий я 15 заказов сделал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. С мультиками у меня получилось 19. Плюс 1300 бонус получаю. В общей сложности 6260 рублей заработал за сегодня. Всем ассаламу алейкум. Я вышел на линию. Я сейчас заправился на 1000 рублей. Я еду к ближе к городу, чтобы у меня бонусы были. Телефон включаем, смотрим сразу. Диагностика нормальная. Фотоконтроль все пройдено. Отлично. Значит, можем работать. В город едем. Агалай, магалай. Заказика на Мадамай только из Макдональдса. О, прям я угадал, Макдональдс кидает. Это не Макдональдс, а вкусная и точка называется. Но
Я по-старому Макдональдс говорю. Без коэффициента, ничего страшного. Первый заказ старайтесь не пропускать. Лучше берите, делайте. Сегодня воскресенье, без пробок. Классно будем кататься. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Постараемся на все комментарии ответить. У меня парк про такси доставка. Тут классно, дорога тут. Первый заказ завершили, короче. Классно. Вкус вилла. Опять. Ладно, принимаем. Сейчас я третий заказ забрал из Яндекс.Лавки на Скандинавском бульвар 2 и корпус 6. Там ужасно, негде парковать. Еле-еле кое-как забрал заказ. Парковаться вообще там никак невозможно. Работаем. Сегодня дождь идет. Хорошо, что у меня есть зонтик. Я еще сухой. В некоторых местах приходится идти пешком. Зонтик с собой возьму и иду. Сейчас два раза Макдональдс подряд поймали по 476 рублей. Это отлично. Завершаем заказ этот заказ. 6 заказов сделал. 1920 рублей заработал. Это отлично. Я уже сделал 10 заказов. Заработал 2817 рублей. У нас за это время ушел 5 часов. Сделал 11 заказов. Заработал 3228 рублей. Вышел из линии на перерыв. Иду что-нибудь покушать. Потом включу еще пару заказов, сделаю и пойду домой. Ох, какая хорошая погода. О, тут пробочка, а меня повернуть. Я свой день отработал. Сейчас 16:21 время. Я закончил работу. 14 заказ сделал. Общей сложности 4. 300 заработал. У меня еще 800 рублей бонус. Это получается 500. Комиссия там убирает. 5000, короче. Я заработал. Вот он. Работал, не спеша, спокойно, 3 дня. Сегодня вообще воскресенье, пробок нету. Я сейчас спокойно пойду домой, буду играть с детьми. Вот, сегодня 12 марта, 8 часов поработал, сделал 14 заказов. Вот мои заказы. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Но у меня на бонусы посчитали только 13. Раим успешно выполнил челлендж и заработал за 3 дня 16 076 рублей. Попробуй его повторить и делись результатами в нашем телеграм-чате. И обязательно с 20 по 26 марта работай с нами и выиграй 5 дней без комиссии парка. Все ссылки ты найдешь в описании. Удачи, брат!